Привет, это Наташа. Hi, welcome to my channel. My name is Natasha and I'm here to help you to learn the Russian language and to know more about the Russian culture and mentality. Давайте начнём. In my previous lesson, I gave you general information about Russian adjectives. If you haven't watched it, I invite you to do it. It will help you to understand why Russian adjectives have so many different endings. In today's video, I name some essential adjectives, and also at the end of this lesson, there will be a task for you to practice. The first adjective is большой, большая, большое, большие. Например, большая проблема. The opposite for большой is маленький, маленькая, маленькие. Например. Маленький сад. The next adjective is высокий, высокая, высокое, высокие. Высокий человек, высокое дерево. The opposite is низкий, низкая, низкое, низкие. Например, низкая девушка. The next word is длинный, длинная, длинное, длинные длинный день. The antonym is короткий. Короткая, короткое, короткие. Например, короткая история. A person also can be молодой, молодая, молодое, молодые. Молодая девушка. The antonym is старый, старая, старое, старые. We can use старый with the people and with things as well. Старый дедушка или старый дом. Старый и молодой for a person and старый и новый for a thing. Новый, новая, новое, новые. Например, новая квартира. The next word is добрый. Although we say добрый день, добрый doesn't mean good, добрый is kind, добрый, добрая, доброе, добрые, добрые родители. The opposite adjective is злой, злая, злое, злые, например, осторожно, злая собака. Two useful words with which you can describe everything are хороший, хорошая, хорошее, хорошие, хорошие", хорошие" хорошая погода. И плохой, плохая, плохое, плохие, плохие новости. The next adjective is дорогой, дорогая, дорогое, дорогие. We use this adjective for saying that something is expensive and also for saying dear. Дорогая машина, дорогие коллеги. The opposite one is дешевый, дешевая, дешевое, дешевые, например, дешевые очки. Another important adjective is важный, важная, важное, важные, важная встреча. The next one is сложный, сложная, сложное, сложные, например, сложные правила. The antonym is легкий, легкая, легкая, легкие. Легкое задание. Pay attention to the pronunciation of the letter G. Легкое задание. We also have a pair of adjectives. Тяжелый, легкий. Тяжелый, тяжелая, тяжелая, тяжелые. Например, тяжелый стул. For easy or light we have the same adjective – лёгкий. For difficult we have сложный или тяжёлый. The next adjective is красивый, красивая, красивая, красивые. Красивые цветы. The antonym will be the same adjective with the не – некрасивый. Некрасивая ваза. The next one is интересный. Интересная, интересная, интересные. Интересный фильм. The opposite one is скучный, скучная, скучное, скучные. Скучная книга. Громкий, громкая, громкое, громкие. Например, громкий звук. We have another adjective which is similar to громкий, шумный, шумная, шумное, шумные. Например, шумная улица. The antonym is тихий, тихая, тихое, тихие. Тихий ребенок. The next adjective is обычный. Обычная, обычные, обычные. Например, обычный телефон. You already know the verb любить. The next adjective has the same root. Любимый, любимая, любимое, любимые. We use this adjective to speak about our favorite things. Например, мой любимый спорт хоккей. Or people also use this word to call their beloved person. And also let's look at the adjectives which are connected with the temperature. Холодный, холодная, холодное, холодные холодный напиток. And by the way, the name of the cartoon Frozen is translated into Russian as Холодное сердце, a cold heart. The antonym for холодный is тёплый. Тёплая, тёплое, тёплые. Например, тёплое молоко. And also, let's look at the names of the colors in Russian. They also have four forms. masculine, feminine, neuter and plural. Красный, красная, красное, красные. Оранжевый, оранжевая, оранжевое, оранжевые. Желтый, желтая, желтое, желтые. Зеленый, зеленая, зеленое, зеленые. Голубой, голубая, голубое, голубые синий, синяя, синяя, синяя. Фиолетовый, фиолетовая, фиолетовая, фиолетовые. Коричневый, коричневая, коричневая, коричневые. Черный, черная, черная, черные. Белый, белая, белая, белые. Now here is a task for you. Hit the pause button, do the exercise and check with me. So, let's check. Новый телефон. Старая бабушка. Добрый полицейский. Дорогой велосипед. Некрасивая лампа. Молодые студенты. Сложный язык. Шумный город. Теплый суп. Любимый цвет. Thank you for watching this video till the end. If you liked it, please support me with your likes. And if you want to see more lessons from me, don't forget to subscribe to my channel. See you next time. Увидимся. Пока-пока.